Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня мы вместе с вами будем собирать чемодан в Испанию, потому что буквально завтра я улетаю. А можно сказать, что даже через несколько часов, потому что у меня будет очень ранний рейс. Я такое не люблю, потому что мне придется встать в 6 утра. А обычно я ложусь в это время последние дни, так как снимаю, монтирую, всякое такое. Ну, в общем, если вы смотрите это видео, то значит все хорошо. Я прилетела в Испанию вместе с Кариной от Тест-Тур, и у нас там классный блогерский тур. Мы полетели в Коста-Браву, у нас там будет много крутых дней с экскурсиями, с разными классными отелями, мы будем играть в гольф и много всего того, что я никогда в своей жизни не делала. Летать на воздушном шаре, я очень волнуюсь, поэтому особенно волнительно собираться в такую поездку, потому что вдруг ты что-то забудешь, вдруг ты не возьмешь какой-то топик, который офигенно подошел бы к воздушному шару, например. В общем, у нас будет очень насыщенная поездка, и, конечно же, я буду снимать влог, поэтому как только я вернусь, а это будет 8 июня, я сразу же начну монтировать влог из Испании, поэтому обязательно ждите его на канале, это будет следующее видео. Пока мы не начали смотреть то, что я с собой возьму, я хочу сказать, что я очень долго делала эту прическу. Это обычный хвостик, потом я взяла прядь волос, обвернула, а еще сегодня я делала маникюр, потому что я обожаю делать все такое последний день за день до отлета. Скорее всего, вы в Инстаграме у меня уже его видели, и наверняка вы напишите: фу, это отстой, мы такое ненавидим, слишком много всего. Мне нравится. Я вообще не знаю, в последнее время мне хочется делать что-то необычное, что я никогда не делала, но я надеюсь, что вы посмотрели мое предыдущее видео, в котором я рассказываю, какой я раньше была, как я похудела, как я изменилась, показываю свои старые фотографии, которые я нигде никому никогда не показывала. Я возьму с собой свой розовый чемодан. Вот такой вот у меня чемоданчик. Я его очень люблю. Размер у него средний. Могу сказать, что с таким чемоданом намного удобнее путешествовать, потому что сколько бы всего я туда ни засунула, у меня нет перевеса. И меня это очень вдохновляет и радует, потому что у меня всегда боязнь, что мне придется идти доплачивать за перевес. Я так волнуюсь, но я сейчас вам покажу все-все-все-все. Чтобы вас не запутать, я буду подписывать магазины где-то сбоку на экране. В основном это инстаграм-магазины будут, потому что в основном это какие-то шоурумы. Что-то я буду называть, но если что, следите за экраном. Это топик из шоурума Soda Moda. Он очень короткий, очень откровенный, но в этом его прелесть. Я такой люблю, и он изумительно подходит к моим ногтям. И я еще не решила, в чем я поеду, это тоже сложный момент, но, наверное, в чем-то удобном, потому что дорога будет долгая и тяжелая. Так что этот топик я беру с собой. Также я взяла вот такое черное платье. Надеюсь, вам его хорошо видно. Оно здесь тоже с разрезом. Ну, на самом деле, оно абсолютно, типа, обычное. Но мне оно безумно понравилось. Оно такое, знаете, немножко в спортивном стиле, и я даже знаю, что я буду носить под это платье. Я буду надевать вот эту кепку от Карла Лагерфелда, надеюсь, правильно произношу, у меня всегда такие проблемы с этим. Вероятно, но не точно. Шлепки тоже от Карла, я вам их недавно показывала в Инстаграме. Они очень крутые, очень. Там есть еще такие белые, розовые, по-моему, если я не ошибаюсь. Я думала между белыми и черными, но в итоге решила взять черные, потому что я их не так быстро убью. А сверху этого платья у меня будет вот такая поясница. Поясная сумка тоже от Карла, и она достаточно маленькая, но я подумала, точнее, я примерила, и то, что мне нужно носить с собой, сюда поместится. Места здесь предостаточно, единственное, что камера тоже сюда поместится. Но в повседневной жизни я ношу сейчас вот эту сумку от Фурлы, и она просто божественная. Мне ее подарил Слава, потому что я о ней просто безумно сильно мечтала. И в Инстаграме даже рассказывала о том, что я взяла такую сумку в аренду из шоурума для блогеров. Носила ее для фоток, ну, для разнообразия, всякое такое, потому что постоянно покупать вещи какие-то для фотографий — это с ума сойти. Нормально отношусь к тому, чтобы брать вещи в аренду для фотографий. Это прикольно, тем более, если они нравятся. Так вот, я влюбилась в эту сумку, и самый ее большой плюс, мало того, что она поясная, но она здесь на цепочке, и ее огроменный плюс в том, что ее можно носить вот так. Очень крутая, просто универсальная вещь, и я в нее по уши влюблена. И еще ее можно сильно затянуть на талии, то, что как раз мне и нужно, потому что некоторые поясные сумки не могут сильно затянуться на талии, и они у меня висят, и мне это не нравится. А это просто бомба. Я не люблю обычные джинсовки, потому что они у меня всегда были, есть и больших размеров, оверсайз, и какие-то укороченные. А это мне понравилось именно тем, что здесь такие висюльки есть. Ее с платьем круто носить, можно завернуть.
И мне нравится ее цвет, потому что джинсовки бывают разных оттенков, светлые, темные. Следующее, то, что я вам покажу, это два мешка. Покупала я их в магазине Intimissimi, надеюсь, что я правильное ударение поставила, но мне пофиг, честно говоря. Они, по-моему, продаются для того, чтобы сюда засовывать белье и как бы стирать. То есть для этого эти мешки придуманы, но кофта, в которой я собираюсь поехать, я просто влюблена в такой фасон, хотя кто-то мне говорит то, что она вообще как у бабушки какой-то. Типа бабушкин стайл, но, видимо, я люблю такой стайл, потому что она замечательная. Я считаю, что она очень женственная, очень скромная, я бы так ее назвала, а не бабушкинской. Вот такая кофточка из шоурума Studio 29. Кто следит за мной в Instagram, то вы в курсе, потому что я все-все-все показываю. И вот недавно я у них была и взяла такую кофточку, здесь такие пуговички есть. Очень классная, в ней очень удобно, тепло, и летом, ну, сейчас у нас уже лето, точно, кстати, с летом. Мне она нравится, у меня есть такая еще оранжевая, даже горчичная. Она крутая, но она яркая очень, а мне хотелось что-то поспокойней, потому что ту кофту я носила просто каждый день. И она до сих пор у меня есть в хорошем состоянии, но просто я просто влюблена, поэтому я взяла такую же, только вот молочную, не знаю, какой это оттенок, знаете, просто светлая. И в ней я поеду, она будет сверху, наверное, топика какого-то, может быть, даже я буду в черном топике. Это такая укороченная рубашка в таком секси-стайле, она из шоурума Soda Moda. Вообще, это носится без топика под низ. То есть все будет достаточно откровенно. Но я, кстати, ее даже не пробовала мерить на черный топик. По-моему, неплохо. Такая штучка, я ее тоже возьму. Мне кажется, это прям испанский стиль. Не знаю наверняка, но мне кажется, что да, еще и в юбке буду так вот делать. Так что вот, да, она такая яркая, броская, вульгарная, возможно, даже. Но у меня обычно таких вещей нет, я попробовала рискнуть. И я не жалею. Думаю, что фотки получатся в ней горячие. Я буду такая, типа, ай. Возможно, это для походов в ресторан. Смотря какая погода. Кстати, я вот из тех людей, которые не смотрят погоду, когда собирают чемодан. Вероятно, что это плохо, потому что у меня очень часто с этим проблемы, когда я приезжаю в какую-то страну. Я так удивляюсь погоде, потому что я планировала совсем другие вещи здесь носить. У меня это частая проблема. Никак не могу начать следить за погодой, но я думаю, что там будет не холодно. Я уверена в этом. Точно такая же, только белая, тоже здесь вот так затягивается. Не знаю пока точно, с чем я это буду носить. Я не собирала луки. Вообще не любитель собирать луки. Меня это бесит тратить время на то, чтобы собрать луки. Короче, следующее, что я с собой возьму, это тоже из шоурума, где я брала джинсовку. Это вот такое платье, но я понимаю, что вы думаете, боже, оно такое короткое. Оно действительно очень короткое, но могу вас успокоить, потому что здесь шорты. Ну, вообще, у меня, блин, юбка даже короче, в которой я сейчас, поэтому все в порядке. Очень классное платье, очень милое, я люблю такие вещи. Следующее это топики. Топики точно такой же, как на мне черный. Белый и бежевый. Я их безумно люблю. Они такие универсальные. Я их ношу каждый день. Просто каждый день. Следующее, не знаю, насколько мне это пригодится. В общем, вот такая водолазочка. Вы ее могли увидеть у меня в видео, где мы с Кариной берем интервью у Бриса Роше, президента марки Ив Роше. Оно у меня тоже на канале буквально недавнее. И там очень мало просмотров, потому что почему-то вам это не интересно. Почему? Нет, на самом деле рекомендую посмотреть это видео, потому что, во-первых, это первое такое интервью на моем канале. Я там очень волнуюсь, очень переживаю, и это сразу видно и понятно. И мы задаем там очень интересные вопросы человеку, который держит целую империю, и я бы посмотрела просто ради того, чтобы расширить свой кругозор. Поэтому она такая достаточно тоже откровенная, и все видео, пока мы сидели, я переживала, что у меня расстегнется пуговица здесь. Столько переживаний у меня, но это было бы тупо, это был бы фейл. Почему я ее беру? Она не похожа на какую-то суперлетнюю, но она и не зимняя. Возьму на всякий случай, потому что вечером наверняка может быть прохладно, если мы куда-то пойдем в тот же ресторан, кто его знает. Следующее это платье, которое я ни разу еще не надела, но очень жду этот момент. Оно из этого же шоурума. Вот такое серое на плечи здесь. Очень круто будет, когда я сюда еще сумку поясную надену. Я люблю платьишки, и я поняла, что я вообще никаких шорт с собой не беру в поездку. Это удивительно, потому что я всегда обычно ношу шорты летом. Брюки.
Они горчичного цвета, необычный цвет для меня, непривычный, но они мне очень нравятся, они на талию носятся. Следующая это юбка золотая, она из шоурума Soda Moda в размере S. Очень-очень классно. Единственное, что она у меня немного помялась, но надеюсь, что если я ее надену, все будет нормально. Следующее это платье из магазина All We Need. Я его носила в Грузии, во влоге вы могли у меня увидеть, тоже недавно на моем канале. Самое странное, что я обычно такие вещи не ношу, ну типа слишком длинные для меня. Очень летнее, легкое, приятное, красивое, на фотографиях просто бомба, хотя у меня нет, у меня есть фотка в нем. Но та фотка, которая у меня есть в этом платье, она не настолько идеальная, поэтому я обязательно возьму его еще раз, и кто его знает, наверняка оно мне там пригодится. Далее, что я беру, это вот такое платье из магазина Soda Moda в размере S у меня. Оно белое, я снимала в нем как раз видео недавно про то, как я изменилась. Оно полностью прозрачное, только сверху топик белый внутри. Оно очень классное, очень сексуально, я бы так сказала, и к нему идут белые труселя до талии, чтобы все было круто, ничего было не видно, и его я тоже возьму с собой, потому что у меня в нем нет ни одной фотки, а я очень хочу сделать в нем фотку как можно скорее. Такое платье еще там было в черном цвете, но черное показалось мне каким-то пошлым. Я возьму белый пиджак. Почему белый? Потому что я знаю, что у Карины тоже есть белый пиджак. И она его очень любит, и я уверена, что она его берет с собой. И я тоже возьму белый пиджак, потому что мы подружки, есть вероятность того, что мы сделаем совместную какую-то классную фотку в белых пиджаках, например, с бокалом вина. Точно не уверена, как все будет, но думаю, что мы будем фоткаться много, и я хочу, чтобы все было идеально. Поэтому белый пиджак у меня, он из Zara вообще, я его покупала давненько, но носила его не очень часто. Он классный, удобный и белый. Недавно у меня появилась вот эта сумка, это Patrizia Pepe. Надеюсь, правильно говорю. Patrizia Pepe. За долгое время первая моя такая большая сумка, потому что в основном у меня все такие через плечо, либо вообще на пояс, а это что-то новенькое за последнее время. Она меня вдохновляет. С ней очень удобно ездить именно в путешествие, брать ее в как ручную кладь, потому что сюда можно даже положить фотоаппарат. Я с ней поеду, она бежевая, и бежевый топик будет хорошо. Также от Карла у меня вот такая сумка на пояс. В моем инстаграме я устраивала даже опрос взять эту сумку, либо сумку через плечо. Все голосовали за сумку через плечо, я, наверное, часа полтора сидела и выбирала, какую же из них взять. У меня кружилась голова, мне было плохо. И я собралась и решила взять ее. Потому что через плечо сумок у меня немереное количество, а сумок на пояс у меня очень мало. Теперь, правда, у меня их много. Такого цвета у меня еще не было, и мне нравится, что она в какой-то степени даже немножко спортивная. Хотя в последнее время я люблю что-то более классическое, а не спортивное. Так уж вышло, что с вещами мы практически закончили. Из обуви вы знаете, то, что я возьму шлепки, поеду в своих кроссовках, и, вероятно, я возьму белые конверсы короткие, но это не точно, потому что их надо постирать. Я могу, конечно, постирать. Вероятно, они даже высохнут, но хочу ли я это делать? Сколько косметики я обычно с собой беру? Вот такой маленький чемоданчик, очень тяжелый, потому что здесь вся моя косметика, которой я пользуюсь каждый день. Ну, косметика, которая нужна мне для такого макияжа, например. Тут много всего, боюсь уронить, все разбить, разломать, поэтому хочу показать вам то, что я просто обязательно возьму с собой в поездку. Во-первых, это румяна, они у меня от Seada, и вы не представляете, но это первые мои румяна за очень много лет, потому что раньше я ими вообще не пользовалась. И сейчас я не понимаю, почему и зачем я такие глупости совершала. Мне очень нравятся румяна от Seada, потому что, во-первых, очень большой выбор оттенков. У меня есть вот такой вот розовенький, он даже ближе к какому-то персику, я бы так сказала. И я думаю, что летом и для Испании вообще, да, за границей это будет просто что-то с чем-то, это будет персик. И я их обязательно беру с собой. И также у меня есть другой оттенок. Они уже напоминают мне какое-то, знаете, розовое кофе.
Странно звучит, но я это сама придумала. И румяна сейчас это просто топчик в моем повседневном макияже. Это на первом месте практически стоит, потому что в последнее время я так не высыпаюсь, так устаю, и у меня постоянно бледное лицо, и вообще не загораю, я в принципе бледная. Поэтому румяна это спасение для меня, и мне очень сильно нравится вот эта помада. Вот так она выглядит. Куча оттенков, это просто, вот я даже не хочу рассказывать, можно сойти с ума, они все у меня есть, но я хочу показать вам свой любимый. По поводу косметики Сиаты, я полностью вам даю гарантию, что она очень качественная, хорошая, потому что я сама ей пользуюсь, сама ее люблю, и румяна это вообще топчик. Помада вот эта тоже классная, ее можно найти в магазине Литуаль. Я уверена, вы все знаете Литуаль, это просто такое невозможно не знать. Следующее, что я с собой беру, это вот такую блестящую косметичку. Я вообще не хочу показывать вам, что внутри, потому что тут очень много всего, но могу так сказать, здесь много бижутерий. Тут у меня спрятана моя челка. А, вот, кстати, еще помада от Сиаты. Вот еще есть такой оттенок, но он очень яркий для меня, но я все равно его с собой беру. Не на повседневную жизнь, но для фотосессии будет классно. Также у меня тут пластыри лежат, очки даже какие-то. Ладно, пусть там лежат. Все это дело мы закрываем, и это отправляется в чемодан. Также я всегда с собой беру в поездку плойку для выпрямления волос. Это, ну, это как трусы с собой взять, типа без этого я не уеду из дома. И с недавних пор я приняла решение брать с собой фен. Была я тут, значит, в Париже недавно, в супер дорогом отеле, просто невероятно дорогом. Там вот туалет с подогревом, понимаешь? А фены там были отвратительные. Я чуть не повесилась, пока сушила свои волосы, потому что у меня их дофигища. И чтобы их посушить, ну, это много времени. Я ненавижу фены, которые очень медленно, тихонечко, неторопливо дуют. Поэтому я возьму свой мощнейший фен. И несмотря на то, что он тяжелый, занимает много места, я лучше возьму его с собой, не буду переживать. Я приняла решение не брать с собой ноутбук, потому что Карина сказала, что возьмет свой, а мне ноутбук не нужен в поездке, потому что я не буду монтировать видео на ноутбуке все равно. Я все монтирую на компе стационарном. Правильно сказал? Поэтому ноутбук мне обычно нужен в поездках только для того, чтобы смотреть фильмы, что я могу делать с телефона. И вообще я смотрю сериал. Либо для того, чтобы перекидывать все, что я наснимала, нафотографировала за день на комп, чтобы освобождать флешку. Но так как Карина берет свой ноутбук, я возьму только вот это. Она сказала, что она будет точно брать, поэтому я умываю руки. Еще у меня есть вот такой пакетик. Тут были разные баночки пустые, которые можно заполнить всякими гелями, шампунями. Но они слишком маленькие для того, что мне нужно. Поэтому я беру целую свою умывашку. Она у меня, кстати, от Гарнир. Также у меня здесь бритва пока лежит, лезвие. И я еще не успела сюда больше ничего положить, потому что я планирую сюда еще положить зубную щетку и пасту. Но она мне еще нужна. Поэтому положу это все завтра. Также мне понадобится шампунь, бальзам. Из очков я не планирую много брать. Я возьму вот такие. Вот такие. И вообще писк моды. Они зеркальные, я в них выгляжу просто гангста. Ну и конечно же я не могу не взять с собой шляпку. Не буду портить прическу, но вы поняли. Ну и еще кое-что, что мне понадобится, надеюсь, что нет. Это лекарства, но на всякий случай я их беру, потому что... Слушайте, в принципе все. Я даже не знаю, что еще. Наверное, я вам только не показала зарядки, влоговую камеру, штатив маленький для камеры и вот этот фотоаппарат, который тоже поедет со мной, потому что фоткаться надо. Надеюсь, что вам понравилось мое такое видео и вам было интересно. Если так, то поставьте пальцы вверх, подпишитесь на мой канал, потому что я уверена, что большинство людей смотрят мои видео без подписки. Для меня это обидно, потому что я вот надеюсь, что когда-нибудь вообще, когда-нибудь в этой жизни у меня будет 2 миллиона на канале. Конечно, цифры это не главное. Но это вдохновляет. Для блогера это всегда вдохновение, когда он видит, что на него подписываются. Он думает, вау. Короче, если вам не сложно, если вы не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь. Оставьте комментарии, я буду вам ставить лайки на ваши комментарии, кому-то буду отвечать, смотря что вы напишете. Ну и я с вами прощаюсь. Обязательно следите за моим инстаграмом, потому что там наверняка уже выходят всякие классные истории, фотки из Испании. Я так волнуюсь, потому что я не знаю, что сейчас происходит в Испании. Я не понимаю, что сейчас происходит в тот момент, когда я выставила это видео. Так волнительно. Ну, короче, всем пока.